К другим темам. Арди 35 лет. Ассоциация родителей детей-инвалидов накануне отметила день рождения. Организация помогает ангарчанам с ограниченными возможностями здоровья. С ними занимаются шитьем, рукоделием, а также поют песни, рассказывают, пишут и учат стихи. Торжественное мероприятие состоялось в Ангарском техникуме общественного питания и торговли. Подробности в следующем сюжете. Ангарский техникум общественного питания и торговли радушно распахнул свои двери для Ассоциации родителей детей-инвалидов. Арди отмечает свой 35-й день рождения. За это время центр помог сотням людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них до сих пор посещают организацию. На торжественном мероприятии воспитанники исполнили гимн Арди и рассказывали стихи. Во-первых, у нас много для детей сделано по гранту. Мы выигрывали гранты. У нас есть и сенсорная комната, и швейная мастерская, и спортзал, и компьютерный зал. Вот. Но мы еще с ними занимаемся дополнительно. Наши родители выучились для того, чтобы быть педагогами со своими же детьми. Торжественное мероприятие также посетил депутат законодательного собрания Денис Ягодинский. Он отметил, что только с большой любовью организация может существовать такой долгий срок – в 35 лет. Я выражаю благодарность каждому члену Ассоциации родителей детей-инвалидов. И желаю вам удачи, сил и здоровья. Без большой любви не только к своим детям, а к тем, кто оказался в такой же жизненной ситуации, невозможно достичь всего того, что было нам продемонстрировано. Ассоциация объединила прежде всего инициативных родителей, помогла им воспитать своих особенных детей достойными личностями общества. С осознанием, что физические ограничения не есть препятствие для достижения любых целей. Сейчас организация – это второй дом для 40 семей. Мария Константинова, Вероника Черник, Александр Черник. Местное время.